Так, ну чё, яксы пикаю? И на топ? Да, пиши топ. Ну, сейчас, будем пикать. Ну, кого возьмёшь? Мне мидера брали. Ну, возьми. Потому что мне всё равно. Может, нет, лучше, ты... я не знаю, может, лучше джаггер? Можно как-то посильнее. Нет, нет, акс, убери. Ты же сам знаешь, зачем. Тут акс примас. Не отстоит так, потому что, ну, как бы, много крипов, стоишь около башни и крутишься. Ну, там же шанс 17%. Или там, смотри, как там, складывается. Там куча крипов, там 6 крипов, каждый бьет примерно раз в секунду, то есть... Там шанс просто огромный. Ну, что-то есть почти. Ну, вот, сейчас еще чел не загрузится, блин. Дверь. Сейчас дверь не загрузится. 0-0-0. Ну, короче, наверное, на 4-й минуте уже минус будет. Минус тайвер 100%, насчет второго я не знаю. Ну, может, они как-то грамотно не смогут сделать. Ну, реально, они могут грамотно пробыть. Будет просто реального за 8 минут, прикинь, энчант пробушит. А если никто мешать не будет, то реально можно энчант пробушить. И что, у меня тут есть на него? Так противно за этого акса играть. Да нормально, акс на самом деле хороший перс, просто он как бы так... Значит, как сказать? А прикинь, еще будет на топ пойдет, и у него не будет фарма. Или фантомка. Фейт мид уже взяли. Да, я вижу. В смысле взяли уже? Ну, вон чувак написал, мид. Ну, имею в виду, что занял мид. А тогда топ уже никто не займет. И кого он в мид пикает? Пуча? Возможно. Против Сала, кстати, мы играем. Может мне за Натурс Прохета? Натурс Прохет бери. Хотя. Сейчас, если, ну может и не пару пикнуть. Да тут вообще пофигу, я не У нас стана нету, я могу. Стана нету. Да, у нас стана нету. Ну, один, только стану один. Он просто, ну, довольно стан. А, еще этот взял. Ну не, не стал. Так, сборочка. Сборочка. Я не знаю, какую сборочку. Там, короче, раскрутку первую качай, там, покупай. Два там, ну то есть 6 тангусиков. Какое? Колечко, и вот сейчас потом 2-2 монетки на щит накоплю. Так, ну что, продемонстрируй, Вадик, как это надо делать. Давай, затаскивай. Так, 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 сейчас все будет. Где сорубы? Тебе надо было за Тимберсо играть. А реально, можно было бы просто, вот Вадим бы прорыгал вход, а ты бы своим скиллом просто деревья эти... Окей, а кто будет держать, во-первых, тайвер? Я не знаю, смогу ли за Тимберсо... А, ну да, ну да. Не, ну вообще у него там же реген, пассивка третья, а фиг знает. Да это бред, тут только этот, куру. Или я взял этого? Затащит, чел. Вадик, тебе надо какую-нибудь службу сдать по охране лесов. Нет, мне так нормально. Ты себе вообще неприлично. Ну, мне надо в тюрягу тогда, в канадскую. А там хорошо. Да, там. В тюряге в канадской? В норвежской, наверное, в норвежской. Да, в норвежской. Там, блядь, этого... Как его там зовут? Который чувак, который убил... Детей, я помню, расстрелял. Я не помню, как его зовут. Брейвик. Да, Брейвик, Брейвик, да. Да, Андерсон. Блять, нахуя человек убил, а его посадили в такую тюрьму, блять, которая лучше некоторых русских парней. Да. Да, это точно. Ну что, сейчас ребята офигеют. Сейчас просто я а буду... А кто у них на мид, блять, есть? Никита, вот, я представляю лицо Вайда сейчас, ребят. Фантомка на... Бля... они стоят, короче, и смотрят. Я одного крипа пропустил. Что делать? Да ничего страшного. И главное, не пропускай слишком много. Все, они тупо. Они, ребят, я просто случайно, я немного перевал. Воид сейчас будет фармить одного крипа, короче. Вот у него мега фарм будет. Еще не добьет. Да, если сейчас его не. Он его не добил. Все, пацанов мега фарм пошел. Да. В пабе, конечно, такую штуку творить. Что-то я не кручусь нифига. Они тайвер спушивают, короче.
Ты крипов-то... Никит, ты главный задержи. Сейчас посмотрим. Добивать я не знаю, не получается. Пока ты срать, просто тут задача, понимаешь, тут не нафармить, задача показать, что мы мощные посты, которые сейчас в рабочий онлайн. Не, ну я представляю реально их фейсы. Так. Ловячок. Ты мне экспу привози, да? Все, просто реально пацаны стоят и смотрят на мою башню. Они сейчас что-нибудь напишут, нет, я просто жду уже этого момента. Да, я тоже жду, где эти... Вот в том видео, на, типа, этот, как его... Котел написал, где эти чертовы крипы. Да. Сколько их там уже? Мне кот мешает, чуваки, мне кот мешает, уйди! Илья, зачем ты жизнь отсосал? Вот ты деградан. Хуя. Надо это в замесе делать. Если ты просто так это будешь делать, то тебе считай пизда. Потому что ты себе так же здоровье отнимаешь. У тебя, по-моему, больше отдается, чем добавляется. Так его с нами в скайпе нет. Бля, я забыл. Я тут что-то не врубился. Все, короче, пацаны реально отошли от башни, им все, им и позрали. Да, это жесть, Вадик. Одного пропустил. Один крипа, ну блин. Кого-то это? Что он несет? А, они, короче, отвод сделали, ребята, они от... Пацаны, они отвод сделали. И все равно ничего не прокатило. Так, сейчас они надо... Да, Воя здесь вышел. Сейчас у меня все пошло. Интересно, не понимаешь, что это я делаю, или они вообще не врубаются в систему? Фиг знает. Это реально классно. Я, наверное, сейчас тележку пропущу, потому что тяжело с тележкой. Не пропустил, он крипа пропустил. Так, он меня застанил. Все, я всех зафармил. Все, ты сейчас последний будет стак и все. Угу. Если я успею, если сейчас мана не отвигенец, нормально. Ой, блин, я дурак, я прокачал два этих. Берсерс кол, надо было прокачивать горелку. Так, один крип пошел, они его зафармили. Надо мне куру использовать, ботиночку себе принести. Короче, как смог. Сейчас надо еще прокопать им. Чтобы они вышли. О, все капец, короче. Там крип встал, он не хочет уходить. Все, пацаны, погнали. Прорубил. Мне даже подлагивает немного. Я прорубил, он просто не хочет выходить. Ребят, Федь, смотри на то. Никит, кидай на них свою хрень. Сейчас у меня откат, я уже кинул. Сейчас я куплю ботинок. Кидай, чтобы они отбегали. Иду. Давай, иди сюда, их надо, чтобы они отошли отсюда. Сейчас. Дал. Прогоняем. Давай, иди вперед, бей крипов, там пофигу, я буду тебя кушать. Сейчас меня хочет этот застанет. Вот это, блин. Башни нет, да? Да, минус таймер. Так, я хилюсь. Четвертая, пятая минута таймер. Они просто хиливают, наверное. Да я сам херую на горелочку. Да, пацаны. Мимо стан вошел. Мышка лагает, блядь. О, все, летит сами. Залетят. У них все тимцы, да я, блин. Смотрите, меня бьют, меня сейчас убьют. Вадик! Ладно, я, наверное, бэкну. Хотя нет, я солью этого. Вот это, блин. Господи, здесь все, короче, здесь все. Сейчас стоит сольется, они сейчас скрипов все лягут, пацаны, я пошел, короче, в пекло. Я могу так попробовать сделать еще раз. Ты посмотри, они сливаются, я могу сейчас попробовать всех положить. Сейчас. Смотри, слился воет! Красавчик, пак. Сейчас надо башню пропушить, я тогда закончу. На горелку, на, красавец. А, ладно, все, там туда уже все. Второй не получилось? Ну они все на дефе. Короче, почти второй пронесли. Да. Второй тайвер куда-то прилетит, пойти до допушки. А это же, ребят, шестая минута. Пацаны, это реально класс. Где нет слов. Я шестой уровень. Тогда у нас медовик. Медовик пятый. Медовик. Мед собирает. Не, ну тут не такие раки, они как бы приходят и все-таки... Да все. Все пролетели.
Да. Взять пятером, охренеть, там остальные могли бы бот пробушить. Пойдем, пойдем. Хотя, просто попробуем мыслить, правда, у меня маны нет. У тебя стан есть? Да, у есть. Меня стан, ну там хрень, фиссура. Хотя бы этого. Я, короче, думаю, надо придумать еще так же на топе сделать. Не, ну тут все, наверное. Ну да. Ну спушили, короче, тавер и почти второй. Да, сколько там хп у него, надо посмотреть. Там почти, да, почти второй. Сейчас. Ну вот так вот, 272 хп оставили. Шестая, не, пятая минута. Просто. Улет. Почему мы ничего не написали в час? Да не, хрель, наверное. Восхищение какое-то. Смотри, вой третьего уровня. Не слезь там. Ладно, пацаны, я заканчиваю. Все, спасибо всем за просмотр. Удачи.